Ну что, ребят, продолжаем наше выживание. В прошлой серии, помните, да? Мы залутали с вами пещерку. Она где-то там вот находилась. И это было на тоненького. Нашли мы с вами, получается, вот эту вот штуку. Где-то... Тросомет. Нашли мы тросомет. И нам осталось, получается, с вами найти сейчас лопату. Я не знаю, вот я подошел к пещере. Я еще не лутал, я не знаю, что здесь и как. Либо в этой пещере будет лопата, либо, получается, вон в той, там, где светится. А может, они и соединены, я без понятия. Надеюсь, что нам с вами, как говорится, хватит и здоровья, и боеприпасов, чтобы пройти это все. Потому что в прошлой серии, как вы помните, у меня было одно хп. Ну, то есть, как бы, если у меня еще раз... тыркнули, то все, мне пришлось бы проходить пещеру заново. Так что ладно, давайте поехали. Так, забрать. Это что такое? Не знаю, что это за книги. Возможно, может они связаны с первой частью игры. Честно, без понятия, что это такое и зачем они нам нужны. Ладно, идемте в пещеру. И да, кстати, я нашел все-таки таки фонарик. Сходил, побегал. И нашел фонарик. Так что у нас с вами не будет темно в наших пещерках. Потому что я не верю, что в прошлой серии вы хоть что-то видели, когда я проходил. Так, сейчас мы с вами зайдем. Вот, возьмем в руки фонарик. Возьмем в руки фонарик. О, более-менее лучше. И возьмем сразу, наверное, ствол. Так, возьмем ствол и давайте смотреть, что у нас тут с вами... есть интересного. Ага, ящики. А если я возьму топор и разобью ящики? Или это так не работает? Это так работает. Это так работает. Хорошо. Ткань. Ткань добыли. Отлично. Проволока. Веревка у нас с вами есть. Хорошо. Так. Давай смотреть дальше. Что ты тут у нас... Ага, это жидкостный баллон. Надеюсь, нам плавать не придется. Так, дай мне ствол. Дай мне ствол. И давайте смотреть. Блин, мне походу нырять придется. Наверное, походу придется нырять. Так, что у нас тут? А у нас тут ничего. Ладно. Хотя я бы не сказал, что с фонариком нам как-то... лучше и легче стало на это все смотреть. Так, что мы с вами сможем еще раз сделать? Так, у нас с вами появилась ткань. Давайте, наверное, сделаем еще один коктейль молотова. Я думаю, нам пригодится. И оденем с вами... наденем с вами акваланг. Все, акваланг мы надели, так что поплыли. Так, дай мне пусю. Так, все, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Куда тут плыть, я без понятия. Первый раз я это делаю. Надеюсь, в воде сейчас не будет никаких ни монстров. Ничего подобного. Ага, тут кто-то уже плавает с камушками на ногах. Так, и куда плыть? Куда тут плыть? Я вообще ничего не вижу, если честно. Честно, вообще не вижу, куда тут плыть. Так, все, всплыли. Ой, ё-моё, ля. Бонжур. Так, давайте отойдем немножко. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Перезарядили. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Так, что мы делаем? Мы снимаем с вами акваланг. Так, убрать акваланг. Давайте возьмем себе немножко брони. Говорится, броня лишней не бывает. Так, не, не взять его, не. А взять броню с тебя, вот. Вот.
Хорошо, где второй? А вот и второй. Блин, я надеюсь, что это одна и та же пещера, которая соединяется просто... Ну, то есть, как бы мне не нужно будет лутать две пещеры. И здесь мы найдем все, что нам нужно. Так, идем дальше, идем дальше. Только давайте наденем на себя броню. Во, шикарно. Ага, здорово. Все, шикарно, шикарно. Минус же, правильно? По-моему, да. Блин, я не знаю, может взять лук в руки. Вот это единственное, что я не уверен. Единственное, не уверен, что если я возьму лук, я смогу с фонариком бегать. А как раз мы давайте и проверим заодно. Так, давайте возьмем лук и прицеливаться. Не, самое интересное, что когда я беру лук, у меня пропадает фонарик. Это печалька. Что могу сказать? Это печалька. Ладно. Берем пехоль. Так, походу сюда, да? Походу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Что делать? Как управлять? Никак не управлять. Да твою ж. Ага. Только не решу, мне сейчас нырять придется опять. А, не. А, не, не пришлось. Так, снимаем акваланг, потому что он что-то меня отвлекает немножечко. Так, кислородный баллон. Отлично. Ящички. Ящички. Ага, лекарства не надо. Давайте выпьем. Кстати, а что вам, как с фонариком лучше видно, чем с той зажигалкой было? Или, в принципе, картечь? Ага, прикольно. Неужели мы тут дробовик найдем? Единственное, что хотел бы найти, наверное, это себе дробовичок. Так, ну, будем знать, что тут нас ждут лекарства. Вот дробовик бы я себе, кстати, нашел бы, наверное. Так, ага, все лишнее. Так, ты кто? Ты кто, ты кто, ты кто? И что у тебя тут есть? Ага, очки ночного... Да ты шо, ля, очки ночного видения. Сейчас, ребят, погоди. Слышь? А ты не хочешь закончиться? Ах ты падла! Ах ты падла, ах ты падла. Ах ты, подлюка. Может, конечно, опрометчиво тратить потрошки. Может, конечно, опрометчиво тратить потрошки все, ну ладно. А ты чё? Алё, 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 ты чего? Ты не хочешь закончиться, не? А что это за бред? А ты закончиться не хочешь, не? У тебя нет такого желания? Ты гляди, я на все... На них все патроны потратил. Я реально на них потратил все патроны. Все, я не могу перезарядиться. Это конечное, короче, я понял. Ну, будем тогда использовать с вами. Я еще и залутать их не могу даже. Да, их даже залутать не могу. Будем использовать с вами коктейли Молотова. А тебя могу. Ну, либо это глюк, либо я не знаю, что за бред. А что по поводу очков ночного видения? А ну, где вы? Где вы находитесь? Вот они. Ой, ты, ё-моё, как все плохо. Вы хоть что-то видите? Я ничего не вижу. Ну. Ладно, как говорится, спасибо и на этом. Не, давайте их снимем.
Давайте их снимем. Да, странные монстры. Странные монстры. И сколько у меня осталось потрошков? А потрошков у меня нисколько не осталось. А потрошков нисколько. Угу. Ну ладненько, ну ладненько. Так, мы там нямать хотим с вами. Ну, я думаю, немножко... Немножко можно будет подождать по поводу покушать. Блин, я не знаю, возможно, придется, конечно, использовать эти очки ночного видения. Потому что, вы сами понимаете, если я буду с арбалета стрелять, чего я сюда зашел? Ага, я хотел надеть на себя вот эту штуку. Если мы сейчас будем использовать лук наш, то мы не сможем фонариком пользоваться. Так, бонжур. Все, это конечное. Это конечная, это конечная, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, а дай-ка мне, пожалуйста, сюда. Сюда топор. Давайте попробуем с топором поработать. Давай попробуем поработать с топором. Как вам такая идейка? Так, минус один, хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, 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 все. Меня тут нету, хорошо? Доверились? Меня тут нету, я так понимаю, они... Они ж слепые, как ты меня... Как ты меня видишь, если ты слепой? Падла, давай, иди сюда, иди, 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 иди. Ага. Все. Все-все-все, до побачення. Дай мне свою броню. Блин, такими темпами мы явно будем долго и нудно это все проходить. Так, идем, 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 идем. Неужели нельзя где-то рядышком положить лопату? И все. А дальше уже по желанию. Хочешь, проходи пещеру. Хочешь, не проходи пещеру. Блин, направо и налево есть вход. Давайте сходим направо, посмотрим. Может, тут тупик. Может, и нет. Да, конечно, потрошки быстро закончились. Я так не ожидал. Не, у нас еще много всего есть. И гранаты... И лук есть, и стрелы, и все есть, но... Но пистолет как-то мне понадежней. Так, у нас фонарик садится, да? Ну, батареек у нас, в принципе, должно хватить. На крайняк будем использовать... На крайняк будем использовать ночное видение. Это что такое? Ага. Это что такое? Как с тобой взаимодействовать? Никак. Это что, золото? Золото, бриллианты. И я застрял, да? Пожалуйста, я только не говорю, что я застрял. Так, ага. Это я добыть не могу. Хорошо. Так, веревка мне не нужна. Не знаю, нужно ли возвращаться назад, идти налево. Или мы, в принципе, здесь с вами... Справимся. Так. Как мне зарядить? Объединить. Объединить. Давай, поменяли. Все, хорошо. Полный заряд. Это отлично. Сейчас тут по-любому будет набеги. Ага, вон одного вижу. По-моему, да? Вон вдалеке монстра. Так, ага, вот второй. Вот второй. Ага, вот и третий. Ё-моё. Так, и предлагаю их встречать вот тут, на входе. Так, а можно мне... Как-то...
как-то взаимодействовать получше. Ах ты, падла, подкрался, да? Со спины. Да так нечестно. Нечестно, так нечестно. Блин, у меня, конечно, есть дубинка. Может попробовать дубинкой работать? Ну, там вроде должен быть удар посильнее немножко. Все, хорошо. Отдай свою броню. Отдай свою броню. Ты мне пригодишься. И ты тоже. Не знаю, может стоило, конечно, и пробежать ее всю полностью. Так сказать, на одном дыхании. Но я, честно, ничего не вижу, что тут происходит. Ну все, 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 тихо, тихо, не начинай. Нормально же общались. Нормально же общались, что ты начинаешь? Это в меня, походу, кто-то камушки кидает, да? Или кто они там кидает? Так, вот эти вот звуки мне вообще не нравятся. А, это какой-то двойной монстр, ля. Это какой-то двойной монстр. Так, а давай попробуем двойному монстру подарить подарочек. На, лови. Стой, 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 стой. Вот так, постой, пожалуйста. Все, до побачення. До побачення. А, с вас ничего получить нельзя. Плохо, плохо. Что по поводу С4? Раз, два, три, четыре, пять. Чего не хватает? Во. Хорошо. Можем две штучки себе сделать, наверное. Так, раз. Давайте еще посмотрим. Не знаю, хватит ли нам этого всего. Да, хватит. На две штучки хватит. Отлично. Но пока мы вроде справляемся с топором. Конечно, не всегда это получается делать. Но пока вроде нормально. Так, будем по максимуму экономить все. Так как запасов у нас каждый раз все меньше и меньше. А можно мне хоть какое-то понимание, что тут происходит? Где я могу найти лопату и зачем я сюда пришел? Крицей, можно здесь включить свет? Так, эти штуки... эти штуки не разбиваются. Эти штуки не разбиваются. Хорошо, хорошо. Значит, мне походу придется сейчас возвращаться обратно, да? Ага, я даже попить могу. Ой, как вкусно. А то, что тут монстры бегают, тебя это не смутило, да? Стёрнул прям как с чистого колодца. Ну ладно. Допустим. Так, что у вас тут? Картечь. Картечь. Батарейка. Рейнстримс. Телевизор. И два фиксика внутри. Так. Дайте мне, пожалуйста, лопату. Так, что это такое? Это лодки, это саркофаги, а что это? Это все из золота, да, сделано, я так понимаю? Ничего не понимаю. Что тут от меня хотят? И правильно я иду или нет, или неправильно? Ну, если что, воды, еды у нас там много. Даже сможем палатку себе построить, поспать, если на крайняк придется здесь крыться ночевать. Так что это-то не страшно, блин, вот спрыгивать сюда... Отпрыгивать сюда я бы как-то не очень сильно хотел бы. Ага, ага. Так, ага, это этот вот черт.
чертила. Это этот вот чертила. Так, а давайте мы ему привет передадим. Все, до побачення. До побачення. Так. Или нет, или он убежал. Алло, ты где? А, вот он. Ну да, после такого явно он бы не выжил бы. Угу. Я нямать хочу, да? Да, и вижу, что я голоден. Давайте понямаем. У нас с вами тормозочек есть. Давайте выпьем водички. Все, шикарно. Что у нас по поводу брони? Давайте на себя наденем все, что у нас с вами есть. Ага, есть и налево, и направо. Налево и направо. Ладно, ладно. Ага, это тут эти вот карапузики, которые меня бесят. Потому что в них не попадешь как надо. Блин, может коктейль Молотова взять? Ага, ага, заметили, да? Заметили меня, падлы. Так, а ну. Все, 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 все. Все, все, все. Так, а зачем мне столько веревки? Зачем мне столько веревки? Консервы. Консервы и веревки. Это вы типа мне намекаете, что мне здесь придется очень долго и нудно быть, или что? Или как? Так, кислородные баллоны, но у нас их за по глаза. Ля, космонавт или что? Марсианин? Прикольненько. Так, это мне переплывать, да, нужно? Я сейчас по-любому тут какая-то хрень будет в воде, да? Ладно, нормально, вроде плывем. Конечно, я поуверен, что фонарику она была после того, как мы поплавали с вами, ну ладно. Так, ну нырять мне тут не сильно, очень сильно охота. Не сильно, очень сильно. Блин, а мне знаете, что нужно делать? Мне аквалангом нужно надеть. Так, а я в воде не могу это сделать. Так, давай. Поплыли. И под, под воду. Так, а давайте только без переулков, хорошо? Без перекрестков, чтобы я не выбирал ненужные. Так, ну кислорода нам с вами, по идее, хватит. О, падла! Ах ты! Ах ты, падла! Ты вы чего? Вы чего? Алло, 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 алло. Вы чего творите? Я из-за вас сколько потратил этих. ХП. Так. А дай-ка мне немножко зайти. Ты гляди на них. А ну. Да-да-да, братиш, погоди, погоди. Погоди, две секунды, сейчас только зажигалочку возьму, сейчас. Говорится, не расходитесь, пожалуйста. На. Передаю витанечко. Все? А тебе все равно, да, я так понимаю? Ага, тебе все равно, да? Что ж ты своими там культяпками махаешь? Ладно, ладно. Время С4. На, лови. Все? Разобрались? Нет, не разобрались. Ага, вот еще бегут. Одни... А куда ты убегаешь, слышь? Куда ты, падла, убегаешь? Куда ты, падла, убегаешь?
Ага, сам себя, да, попал. Блин, им все равно. Так, а если электрошокером попробовать? Ага, а на электрошокер вам все равно. Ой, это красиво, как красиво. Да-да-да-да. Все. А ну, дерни отсюда, спасибо. И ты дерни, пожалуйста. Так, а ну-ка, иди-ка ты сюда. На них не действует эта хрень. Ну ладно. В пистолете остались патроны? Нет, в пистолете патронов нету. Хаешки. Так, лови. 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 На, лови. Блин, мне нужно не тратить было, наверное, тут на них эти самые патрошки нужно было на них потратить, а не на обычных. Ну, все, они закончились, люди они. Да, да? Тихо, 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 тихо. О, мой хороший, ля. Взяли и испортили мне полностью пуловую броню. Это вообще нормально? Это вообще законно? Блин, знаете, что я затупил? Нужно было просто взять этот кьюо. Арбалет, арбалет, лук. И просто с лука в них стрелять. Ой, ё-моё. До побачення. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, какой противный. Иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Давай, давай, давай. Так, я ничего не вижу. Давайте попробуем одеть очки ночного видения. Так, ну я лично чуть-чуть, но вижу. Чуть-чуть, но вижу что-то. Не знаю, как вы. Но я вижу. Все. Ну все, 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 все. Заканчивайся, пожалуйста. Закончился. Хорошо. Так, давай заберем у тебя броню. Снимем эту штуку и возьмем в руки фонарик. Ага. Ты еще тут есть, да? Ага, вон еще есть. Понял. Сколько у вас тут? Мои ж вы зайчики. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сколько у вас тут? Да-да-да, я понял. Ладно. Ладно. Слышь, а ты не охренел так близко подходить? А ты не хочешь чухнуть отсюда, не? Алло, чух. О, красавчик. Ах ты, падла, обманул, да? Ага. Неприятно, да? Мне тоже неприятно, когда ты меня своими культяпками тыркаешь. А ты тут с другом, да? А ты тут с другом, я понял. Блин, хорошо, что тут есть возможность в воде стоять. Ожил, да? Так, заменить. А ты закончиться не хочешь уже, не? Так, сори, если вы сейчас ничего не видите, я так же самое, как говорится, на равных правах вместе с вами, я тоже ничего не вижу. Ага, еще бежит, да? Еще одно бежит тело. Так. Стрелы, 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 стрелы. Нужно не забывать забирать. Тихо, тихо, тихо. Я просто заберу стрелы, и вот и все. А можно мне их забрать? Или нельзя? Или уже все? Это уже ваши стрелы. Ладно, давайте заберем броню. О, все.
все, хорошо. И последнюю. Блин, буду забирать все до последнего, потому что патрошков у нас с вами нету. Ой, надеюсь, вы... Ах, вы падла! Ах, ты падла! Испугал меня! Испугал меня! Ага, испугал, испугал. Получилось, хорошо. Хорошо получилось, да. А-а-а. Давай, давай, давай. Все, 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 все. Отдыхай, 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 отдыхай. Красавчик. Так, мне тут где-то стрела была. Вот она, да? Да. Давайте ее тоже заберем. Блин, а сколько их здесь? Сколько этих монстров здесь? Я хочу уже снять очки. Мне уже надоело с этим ночным видением ходить, потому что я ничего не вижу. Все, хорошо. Пошлите сходим, посмотрим. Сейчас пройдем, и я сниму. Ага, 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 ага. Ага, их тут много. Ребята, их тут много. Их реально тут много. Они же вообще не заканчиваются, правильно я понимаю? Блин, я мог бы, конечно, использовать и гранаты, и все остальное, но... Но я ж не знаю, что дальше меня там ждет. Я ж реально не знаю, что дальше меня там ждет. Ах ты, падла. Арчи, Арчи, попадай, Арчи, попадай. Хэштег Арчи, попадай. Ага, а это уже не смешно, это уже не смешно. Это уже совсем не смешно. Это уже вообще не смешно. Так, надеюсь, меня таким образом сейчас не нокнут. Так, давайте съедим лекарство, восстановим здоровье. Вернем немножко брони себе. Бесите меня, вы падлы. Очень сильно бесите. Блин, чтоб его такое взять бы, чтоб у вас бы одним разом так бы все. Ё-моё, я ничего не вижу. Как и вы, я ничего не вижу. Давайте попробуем коктейли Молотова. Немножко разнообразие сделать. Немножко, как говорится, за разнообразие, да? Можно, пожалуйста, зажигалку в руку и подпалить эту штуку? Где вы? Алло. Падла. Сейчас, погоди, да, тогда, сейчас ты у меня. Сейчас ты у меня. Ах ты, кусок. Иди отсюда. Выйди из вицы, разбинок. Чухни, пожалуйста. Страшно. Да что за бред? Я реально 40 минут должен находиться в одном и том же самом месте. Куда ты его кинул, скажи? Пожалуйста. Ой, ты ля. Мамин акробат, а ты шо? Иди отсюда. Ой, как же меня это все бесит. Бесит, 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 бесит. Я попадаю или не попадаю? Или попадаю? Или не попадаю, а? Падла. Там еще где-то один бегает, да? Да, еще один.
Я так понял, их тут человек 300, наверное, сидит, да? Не, в принципе, мы еще неплохо с вами справляемся. Да. Мы сейчас и до тебя дойдем, не переживай. Сейчас ты мне расскажешь. Как ты, как говорится, как твои дела? Так, где ты? Блин, с этими звуками непонятно, то ли оно по потолку бегает, то ли где оно бегает. Я ничего не вижу, ребят, честно. Честно, ничего не вижу. Ага, вот ты где? Ага, вот ты где? Вот ты где? Так, погоди, мне надо, можно тут стрелы позабирать. Хотя ладно уже, одна-две стрелы уже, думаю, роли сильно не сыграет. Так, сейчас мы снимем ночное видение. Сейчас мы снимем ночное видение, попробуем пройти с фонариком и топором. Так. Взять в руки топор. Пройтись, пробежать. Можно было, конечно, пробежать это все, я думаю. Но... Ты кто? Кто ты? Что у тебя весь? Золотая броня! Да ты шо, я могу одеть? Алло, где моя золотая броня? Что это такое? Золотая броня. Ты ды... Смота... Тля... Не, ладно, давайте мы ее оставим на потом. Или мне нужно ее сейчас использовать, потому что дальше, типа, будет только хуже. Как думаете, стоит ли мне ее надеть или нет? Так, наверх, да, нужно? Ладно, ладно, полезли. Все, до побачення, ребят. Блин, реально мог я просто пробежать это все. Ну ладно. Знал бы, как говорится, просто пробежал бы. Главное сейчас не упасть в самом конце. Блин, ну золотая броня, конечно, прикольная штука, да. И зачем я сюда залез? А, мы дальше можем долезть. Наверх самый. Блин, ну дайте мне тут лопату, пожалуйста, и я уеду отсюда. Так, я отсюда уеду. Или тут лопаты нету, или что мы ищем? Или я золотую броню искал? Ой, сколько много вопросов и ни одного ответа. Самое интересное, мы одной рукой ползем, ля. Та ты ж, вот это ты натренированный. Может, ты фонарик уберешь и двумя руками будешь пользоваться? Не? Ну ладно. Так, нужно будет сейчас снять акваланг. Нужно будет сейчас снять акваланг. Я не знаю, если я золотую броню одену, я там буду терять хп с нее. Если да, то не хотелось бы. Если это конец пещеры, то у меня вопрос. У меня вопрос. Без ответа. У нас был там. Было два входа, то есть один налево вел, второй направо. Правильно ли я пошел, либо нет? И что от меня тут хотят, и почему я ползу только вверх, и больше здесь ничего нету? Все, я ж ничего не упустил, правильно? Либо неправильно. Так, ну косточки нам не нужны. Нам не нужны косточки. А сверху там, по-моему, кто-то есть. Так, ты шо, шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик.
Спайдермен, Спайдермен. Ага, наверху кто-то есть. Тихо. Ой, ё-моё, сколько вас тут. Все, 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 все. До побачення. Давайте пробежим. Давайте. Как вам такая идейка? Блин, а я спать хочу, и у меня выносливость из-за этого половинка. Так, не, ребятки, все, отстаньте от меня. Дайте мне, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста. Все, акваланг, акваланг. Потом использовать. Дайте мне баллон. Где тут? Где баллон я видел тут? Погоди. О, все. Свободный баллон. Поплыли. Поплыли, поплыли. Ну, что из полезного мы с вами нашли? Ничего. Ну, кроме золотой брони, хотя я не знаю, зачем она нам нужна. Если мы и так, в принципе, неплохо справляемся. Может, она в конце понадобится? А может и не понадобится. Блин, надеюсь, мы сейчас выйдем в пещере в нижней. Где я в начале ролика, помните, показывал вам, что у нас тут две пещеры. Надеюсь, что мы сейчас там выйдем, и нам нужно будет лутать вторую пещеру. Так, тут мы снимаем, снимаем. Не будем, как говорится, использовать кислород, хотя не знаю, используется ли он так, либо нет, но не будем рисковать. Так, что у нас тут есть? Если у нас тут будут монстры... У нас монстры тут есть, мы просто пробежим. Просто пробежим. Все, 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 дай. Все, не-не-не, до побачения, ребят. Все, 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 все. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Блин, нам поспать нужно лечь. Давайте, наверное, я сейчас поставлю тут палатку, посплю. У нас как раз энергии будет больше половинки. Видите, справа снизу зелененьким таким наполовинку. Это из-за того, что я хочу спадки. Поспим, поедим и пойдем дальше. И, возможно, даже сохранимся. Сделаем новое сохранение. Мало ли мы захотим перепройти потом это все. Так, сколько нам еще ползти? Сколько нам еще ползти? Ага. Так, давайте, наверное, здесь мы поставим... палатку где-то вот тут. Берем палатку, берем в руки палочки, делаем палатку. Давайте сделаем красивую палатку с костриком. Во, давай, шикарно. Давайте поспим. Поспим. А с утра покушаем. Давайте покушаем. Выпьем и пойдем дальше. Так, ну не мусори, не мусори. Консервы, что не могу? Что не могу с консервой использовать? Ага, я не могу консервы кушать. Странно, странно, ладно. Припустим шоколадкой. И суп пайком. Все, в принципе, этого должно хватить. Все. Ага. Давайте сделаем сохранение, наверное, на всякий пожарный случай. Новое. Сделаем его троечку. Чтобы я понимал, что это пещерка. И пойдем дальше. И пойдем дальше. Да, я много... Ага. Много времени потерял на тех монстрах. Надо было их просто пробежать, наверное. Ну, кто знал? Кажется, кто знал, ребятки, что оно так будет? Так, хорошо. Идемте дальше. Я все еще ничего не вижу. Вроде мы ничего не пропустили. Вроде ничего такого... Важного мы не пропустили с вами.
Не-не-не-не-не, дай пройти просто. Все. Ага, ты сигнал подал, да? Петлюка такая. Сигнал он подает. Так, а можно мне что-нибудь, пожалуйста, уже наконец-то понять, разобраться, что от меня хотят? Ух ты, ё-моё, сколько вас тут. Ой-ой-ой, всё, до побачення. Убегаем. Просто убегаем. Так, всё. Не-не-не-не, всё, я ухожу, честно. Честно, ухожу, я больше сюда не вернусь, не переживай. Всё, вот видишь, я всё. Пока-пока, да. Передавай своим монстрикам привет. Блин, может на самом деле они и добрые? А, мы направо можем пойти, налево, да? Либо налево тубик будет. Ага, тут шум воды. И налево можем пойти, и направо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Меня тут нету, все, я уже ушел. Ладно, пойдемте направо. Честно, не знаю, куда идти. И не понимаю, зачем делать такое развлечение. Зачем делать такое развлечение? И правильно ли я иду? Либо плыву. Так, налево, направо. Направо, налево. Блин, самое интересное и самое смешное будет, если нам нужно было налево, а не сюда. Я такое чувство, что мы по кругу с вами начали ходить. Ля, даже стул какой-то есть. Так. Так, а ну отстаньте. Отстаньте. Так, что у нас тут есть? Тряпочка, веревочка. Мы, по-моему, сможем с вами... Да, у нас с вами есть как раз коктейль молотова сделать одну штуку. Это хорошо. Сможем ли мы с вами сделать себе С4? Нет, не сможем. У нас нету проволоки. Ну и ладненько. Привет, братюнь. Чилишь, да? Понял, ну чиль. Только не решу, это выход на улицу. Что это реально выход на улицу, мы с вами не нашли то, что искали. Да, это выход на улицу. Где мы находимся? Да, мы находимся на выходе этой пещеры. И самое интересное, мы с вами не нашли лопату. Самое интересное, мы с вами не нашли лопату. А что это значит? То, что нам нужно возвращаться. Что это может значить? Нужно возвращаться и идти налево. Я не знаю. Вы испытываете жажду. Ладно, давайте попьем. Блин, ну это реально не смешно. Вот зачем нужно было делать два таких входа-выхода, либо не знаю, что они там сделали, чтобы мне опять пришлось возвращаться. Или в этой пещере у нас не должна быть лопаты, а должен быть доспех. Ничего не понимаю, короче. Ладно, сейчас попробуем вернуться, если мы, конечно... Помню, куда нужно было идти. Попробуем вернуться сейчас. И посмотреть. Ну, насколько я в курсе, насколько я знаю, лопата должна быть. Лопата должна быть в одной из пещер. Так, а теперь давайте попробуем сходить налево. Только давайте перед этим мы с вами объединим. Объединим фонарик с батареечкой. Пробуем сходить налево.
Так, что нас тут ждет? Что нас тут ждет с вами? Ага, может это и... А, это просто... Это то же самое, да, вход-выход, который мы пробежали? Правильно я понимаю? Ладно, давайте попробуем вернуться. Больно в ноге. Ты чего дерешься, алё? Ты чего, падла, дерешься? Нормально же общались. Чё ты начинаешь? Нормально же общались. Короче, я не знаю, где. Да брось ты его, что ты вечно все поднимаешь? Не знаю, где взять лопату. Хотя, в принципе, почему он сам не может создать себе лопату? Вот этот вот вопрос меня мучает. Ладно, давайте вернемся. Может, тут что-то пропустил. В принципе, эта серия подходит к концу уже, но... Ну ладно. Так, давай, иди сюда. Да-да-да, подходи, 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 зайчик. Да-да-да, во-во, карапузики пошли. Ах, вы падлы. Ах ты, падла. Давай, по одному. Ага. Промахнулся. Вот так тебе и надо. Курица помада. А у нас тут что? А у нас тут тупик. Везде тупик. Вроде да. Ну не прячьтесь. Где вы? Где ты прячешься? Ага. Все. До побачення. Теперь давай ты. А, либо вы подняться не можете. Алло. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Бесишь меня. Во, поднялся, наконец-то. Наконец-то разобрались. Да я в тебя попадаю, либо нет. Так, у меня броня заканчивается. Но золотую я использовать в этой серии не буду, это точно. Вы же, конечно, меня извините, но золотую я реально эту серию использовать не буду. Так, ну давай-ка. Кто? Кто? Кого? Зачем? Алло. Алло, кто это? Кто это делает? Кто это делает, я спрашиваю. Во-во-во, давай. Давай, падла. Давай, иди сюда. Ну иди, ну давай. Давай, один на один. Ну, и все? И что ты на это скажешь мне? Во, ну ты ж можешь заходить. Алло, ты где? Ну подойди ты уже, давай. Подойди ко мне. Не спи, замерзнешь. Не спи, замерзнешь. Так, заберу с вашего крыльца. Позволение... У него броню. Ну что, попробуем сюда сплавать. Что у нас тут ждет? А нас тут ждет тупик. Да? Да, нас тут ждет тупик. Короче, без лопаты, я не знаю, без лопаты мы не сможем пройти полностью эту игру. Я понимаю, что здесь нету, в принципе, как такового финала в этой игре. Она бесконечна. Но мы не сможем расследовать... Некоторые с вами штуки. Это я, походу, назад уже иду, да?
Да. Ладно. Ладно, идем на улицу. Идем на улицу, сохраняемся. Сохраняемся и, в принципе, заканчиваем серию. Может, попробуем следующей найти. Может, тут реально нужно было найти себе золотую броню. Честно, без понятия. Нужно будет посмотреть. Нужно будет посмотреть, если это в этой пещере. Я правильно все, как говорится, сделал. И правильно пошел, то нужно будет потом вернуться сюда. Ну, для начала нужно будет, это как его, сбегать домой. Опять запастись потрошками, стрелами, таблеточками. Потом уже возвращаться. Так, куда тут? Направо, по-моему, да? Да, вот тут. Ось-ось-ось, как говорится. Может, я и упустил, конечно, эту лопату. Хотя бред, вот смотри, топор я сделал. Вот. Лук себе сделал, то сделал. Что я не могу себе лопату сделать? Либо кирку. Либо ручками откопать земельку. Земельку. Так, а может тут на стульчике где-то? Ну, навряд ли. Навряд ли тут что-то есть. У тебя что-то есть? Нет. У тебя ничего нету. Ну и ладно. В принципе, что я могу сказать? Ну и ладно. Так, идемте отсюда. Идем не отсюда. Ага, у нас утречка уже, да? У нас уже утречка. Хорошо. Блин, ну что? И что делать? Что делать? Ну, кроме того, что здесь поставить палатку и сохраниться, это понятно. Давайте раскинемся тут где-то. Ну? Алло. Алло, игра, дай. Дай. Дай возможность палатку кинуть. Почему-то нельзя. О, шикарно. Правильно, глюч. Глюч меня полностью. Алло. Только не ври, что ты зависла сейчас, да? Я ж не сохранился там. Алло. У-у-у. Ну, я думал, ну все, это, конечно, так. Давай сюда. Раз. Сделаем красиво. Сюда два. И сохраниться. Давайте на троечку мы как раз сохранимся. Так, что нам нужно делать? Что нам нужно делать? Я не знаю. Давайте попробуем пока просто пройтись. Посмотреть, есть ли тут еще где-то рядом пещеры. Если тут рядом пещеры, либо их тут нету. Так, акваланг, уберись. Акваланг нужно снять. Ага, уже весна, да? Че этот? Уже осень. Уже осень, листья желтенькие, скоро зима, наверное, тут у нас в игре будет. Блин, скоро зима, мы так с вами и не нашли то, что нам нужно. Но дальше я пещер не вижу. Это были все пещеры на этом острове, да? Хотя нет, вот еще какая-то есть. Ля. Видите, да, впереди? То есть вон там, где синяя метка, мы туда и зашли. Сюда мы вышли. А вот еще какая-то пещера. А как туда добраться? Как туда добраться? Давайте смотреть. Может, в ней находится то, что нам нужно. Блин, я не знаю, стоит ли идти в нее без оружия, без всего. Или просто попробовать ее пробежать. Но это мы делать будем, наверное, уже с вами в следующей серии. У, птичка испугала, падла. Да, наверное, будем мы в следующей серии с вами делать. Просто хотя бы дойдем, посмотрим, что там у нас с вами есть и как мы туда с вами доберемся.
Так, сюда мы, наверное, никак не пройдем, да? Или пройдем? Тут же еще маршруты такие непонятные. Как добираться, как уходить? Как выходить? Блин, только не ври, что мне придется весь остров обходить. Типа туда и по низу. Угу. Ладно, ладно, ладно. Так, лодочку, и ребят, всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Не знаю, есть ли такие. Крица, вы красавчики. Наверное, уже в следующей серии мы с вами попробуем дойти до вот этой вот третьей пещеры. Я до нее дойду. Я не знаю, буду ли идти домой, либо не буду пополнять запасы. Может, я просто сейчас где-то тут сохранюсь. И в следующей серии уже пойдем так, как есть. В принципе, мы с топором неплохо с вами справлялись. У нас даже вроде, по-моему, какие-то гранатки остались. Может, и домой пойду. Посмотрим. И уже, как говорится, попробуем найти то, что нам нужно. И тоже, получается, не хочется, знаете, просто пробегать пещеру, потому что я понимаю, что разработчики делали, старались, там добавляли монстров, чтобы было все это как бы страшно и интересно, но не уверен, что я сюда и заберусь. Ладно, все, всем пока-пока, да потом, и в следующей серии уже попробуем. Попробуем попробовать. Так что все, всем мур-мур.